Сотрудники отдела конвоирования УФСИН занимаются перевозкой осужденных, обвиняемых и подозреваемых. Служба крайне ответственная, ведь среди спецконтингентов встречаются и особо опасные преступники. Обеспечивать безопасность помогает современное оснащение. Например, регулярно обновляется парк автомобилей, которые оборудованы всем необходимым, вплоть до спутниковых систем слежения за движением транспортных средств. Больше одиночных камер появилось по сравнению с общими. Большое количество. Тут тоже показано, как располагается у нас караул, где содержатся осужденные и так далее. На службе в отделе конвоирования не только люди, но и четвероногие. Догнать проблемного пассажира сможет специально обученная собака. Их в отделе 10. Она очень грамотно задержит. Догоняет, она берет за руку, закручивает и уложит человека. Если дальше сопротивление пойдет, вплоть до того, что на шею может перейти, если очень активно, агрессивно. Поэтому кинолог ее контролирует. Результаты добросовестной работы впечатляют. За 25 лет в Ульяновской области не было ни одного побега. За службу лучших сотрудников торжественно наградили юбилейными медалями. 145-летие УИС. Юлия Адамова, Улправда ТВ.